В Crazy House я очень силен. Нет, ты ошибаешься. Нет, что я... Нужен Петя. В Crazy House нужен Петя. В каком вузе? В каком ты вузе учишься? Я в Нижегородском государственном педагогическом университете. Тема, да, тема очень интересная. Ты их помнишь? Да. Нет. Я серьезно помню. Нет, не помнишь. Ты не сможешь сейчас воспроизвести тему. Развитие общей физической работоспособности... нет, развитие... Блин, в натуре. Как зовут препода, хорошо? Влияние показателя общей физической работоспособности на устойчивость шахматистов к доминирующим сбивающим факторам. Короче говоря, я объясню сейчас суть. Суть в том, что Кирилл проводит занятия в летнем лагере. Точнее, не Кирилл, а Кирилл... В общем, Кирилл, да. Он разделяет детей на две группы. По 20 человек, да? Одна группа просто занимается шахматами. А вторая группа... Она занимается шахматами тоже? Да, да, конечно. А вторая группа занимается шахматами, она бегает в марафоны, там, подтягивается, прыгает в длину и страдает прочей херней. После этого они заканчивают занятия, и в течение 5 месяцев Кирилл утверждает, что его группа покажет результаты и прирост рейтинга Элу значительно выше, чем контрольная группа, которая только занимается шахматами. Ну так и есть. Ну вот тебя же я заставил километр пробежать, это то же самое. И? Так, я бы пробежал пальцы. Дальше, ты что? Е4. Как увеличить доску? Как мне это надоело. Да. Ты не можешь ее делать слишком большой. Такой могу? Да, такой могу. Тут нужно конь F3 играть, ты что? Не, вроде конь F3 слабо, наоборот. Я не в курсе вообще. Ну нам нужно накинуть на F7, поставить туда коней, пешек и так далее. Это тупо. Вот здесь надо уже бить, это перевес дает. Не пофиг. Какая у тебя температура сейчас в комнате? У меня градусов 40, мне кажется. Было почти 30 очень долго, но сейчас... Ну вот смотри, бей пешку и ставь на D6. Логично. Ты хорош. Я же говорю, это моя игра. Ну и пешкой, или слоном. Не знаю, лучше... Как конем, да, конем, ладно. На B5 идет. Ну и пешку на D6. И нам тебе срочно конь нужен, вот этого коня. Он сейчас пешком пойдет туда, успокойся. Уже 2 человека выиграли. Пока мы тут рассусоливаем. Ну коня, да, туда закидывай. Ну как-то защитит его, коня 6, наверное, какой. Нужно сразу другой конь, чтобы туда его поставить, понимаешь? Где я тебе возьму коня? H4. Ладно, это тупо. Слон D3 пойди. Вот он сейчас пешку воткнет куда-нибудь. Куда? Не знаю, куда-нибудь воткнет обязательно. C7, например. Ну, когда ферзя убирал. Ферзю убирать. C3. Угу. И так вообще нельзя играть. Где наша атака вообще? Давай. Так. А где B1? Чё, это пешку даем? C2 получим, хоть и сдадимся. C2, да, больно. Ну, C2 пока не очень. А, кстати... Да. C2, видимо, заканчивала партию. Задачу решать или уже на первом месте? Вот сейчас уже грозит слон G6. Чего мы теряли слон D3 сразу? Я тебе объяснял, что нужно вместо слона E3 было играть, когда на ферзя нападал. Я имею в виду вместо ладья B1. Ага, ну не знаю. Нужно было играть еще когда... Вот, держи пешку. Ладно, побил. Ты надеешься, что там конь будет мотовать один? Да. Надежда умирает последний. Не, ну, понятно, что ферзь надо вылазить, но... Зачем ты сказал? Нет, вообще-то есть определенное. Какой D3, я даже не знаю, как правильно описать нашу позицию. Так, хорошо. На F1 нельзя, да? Там вообще что все загнулись. Надо играть на F1, нифига же там. Так вот, ты его отдашь? Так. А, пока не отдаешь, да?
Забавно. Наверное, я был русский фрезер отдавать. А куда ты коня денешь? Некуда коня Да деть. кому кого не мат уже какого коня? Сейчас я буду просто бегать королем по доске. Пока нет. Хочет рокернуть. Вот эта клетка нужна была для нашего коня. Какого уже коня? Лучше бы на F6 поставил. А что это напасть? Так, здесь бьют. Уже грозит Е2. Е2 без ферзя, нужно бить. Особо не спрашивали. Что за позиция? Смотри, слон H3 сейчас. Да, Е2, через Б1 еще неплохо. H3 тоже хорошо. 30 секунд, нужно рубить флаг. И все, сейчас тебя здесь отмутовывать от конца. Начнем с коня H4, смотри. Ну так даже еще, наверное, сильнее. Может отойти просто. Король G1. А, король G1, конь H3, не надо. Король F1, слон H3, да? Сейчас конь H5, другой. Ну да, тут только на 13 секунд. О, это мат. Неплохо начали. Уверен, уверен. Идем к успеху. Тебе 400. Ладно, сейчас прибавим. А у нас будет общий зачет по многоборью, кстати? Ну, конечно. То есть вся надежда на Артема. Нет, вся надежда на общее большое количество сыгранных. Берсерк. Берсерк, конечно. Дай мне только дебют. Надо праза, конечно. Ты мне тебе конями надо. Ой, я в шахматы играю, зачем? Вот быстрее, слон G4, это очень важно. Слон G4, отлично. Бей. Дай его просто. Ты забываешь сообщение. После турнира. 12-часового. Не волнуйся, мне часто звонят, что ты переживаешь. Слона оставь, слон. Да что ты делаешь, слона оставь. Почему не пешку? Ну зачем ты дыры делаешь? Туда конь придет. Я темп выигрываю. Да, выигрываешь темп. Конь, еще один конь, отлично. Может он отойдет? А, так, ход будет нелегальный. Этот ход сделан. Мне нравится, как этот му-ботка каждый раз повторяет одно и то же, и хоть бы кто-нибудь один раз что-нибудь про это написал. Всем почему вообще так называется? Ну да, здесь уже не добьем. Сомневаюсь. H3 это, да, гениальная идея. Я просто подсмотрел ее у нашего первого соперника. Так бы не додумался. Не, мы просто давненько не играли в шашку, в пешку, коня. Нет, стоп. Да, давай коня оставь куда-нибудь. Да, нормально, крепенько. Сейчас 2-0 и более-менее. Пешка нужна. Пешка очень нужна. Вот если он сейчас ферзем уйдет куда-нибудь. Выбора нет, мне трудно ошибиться. Мне кажется, надо было другим коням брать. Стыдаемся. Это победа. Слон F2. Да, тут, наверное, отпинается уже. Мат. А, это там еще он убежит на E8. Ой, на E1, смотри-ка. Почему сюда-то? На E2 съешь. На D2 убежит. А, это она. Ну, так он пешку на D2 поставит. Ставит. GH вверх.
Ты знаешь, что вот если мы он съест эту пешку, это будет пешка, а не ферзем. Нет, впервые слышу. Мне в этом лице все равно, если честно. Можно хорошую собрать коллекцию. Ой. Я может закрыть новые фигуры. Ладно, ладно. Ладно, дальше. Вышли на Третье. шестое место. Ура! Кто следующий? И в плюс по рейтингу. Антон уже 8 набрал. Да. Пока мы какой-то фигней стреляем. Кстати, мы играли с Антоном, я очень много партий подряд сначала выиграл, а потом он очень много партий подряд выиграл. Причем больше, чем я. Отлично. Ну, конь F3 нужно играть. И будем берсерками. Что думаешь за Говоришь, эту надо дачу? брать тебя. А, ну. Говоришь, Ну, нельзя дыра. бери, бери. Дыра оставлять. Чего? Ты говоришь, нельзя дыра оставлять, С4 плохой ход, или нет? Ну, в конкретике. Ну, давай, расскажи мне. Ну, вот сейчас же все просто, смотри, ЕД. Сейчас, если ты ему пешку дашь, вот смотри, сейчас бьешь и ставишь пешку на H3, понял? Вот берешь и ставишь пешку на H3. Да иди сюда, Жесть, давай. на нашу H3, придурок. Сейчас он же ее туда воткнет. Пустякай, мы воткнули первыми. На H3, на свою поставим, в защиту. Да надо в защиту, Никит. В оборону. Зачем? От чего мы? В чем страх вообще? Профилактика. Сейчас построим и дадим мат. Конь Уже нам понял, нужен. что G7 попасть. Или пешка. Ну, кони пришли, отлично. Ну, закидывать хуже не будет. Будет. Почему? Слон H2? Слон Просто H2 он как? коротов возьмет, зачем помогать-то? А он, кстати, готов уже тут наносить. Ладно, давай поставим. Чего он взял, я не знаю. Она. Она. Почему она? Не знаю, мне кажется, это она. Мне кажется, он. Все тут уже. А, ну, тебя как-то не атакуют, нас это хорошо. Да, когда нас не атакуют, это хорошо. Где ж ферзя? Все фигуры должны работать. Ты забыл. ДД6 давай еще. Д6 это тупо зевнуть пешку. Нет, мы его... А нельзя терять темп атаки. Надо как-то шоковать. Как ты здесь пошахуешь? А, кстати, может быть... Нет, не получается. Да даже если мы ферзя возьмем, ничего страшного не будет. Я боюсь, что... Не, мы... Боюсь, что будет. Если он возьмет просто ферзя 8. Нет, разве? Слон же 5 хорошая защитная фигура, правда. Ну, о чем думать? Ход-то единственный, по-моему, нет? Какой единственный? Конь H3. А, точно, конь H3. Мне радует, что черный только один конь, правда. Король H1. Вроде нет шаха, ну. А вот сейчас у него уже есть ладья, это серьезно. То есть там мат? Нет. Ну, блин, нельзя было терять темп атаки. Как мы давать-то? Зависит от того, куда сейчас пойдет черный. Антон уже 12, ничего себе. Но он походу проиграл, или что там такое?
Вроде не выиграл, по крайней мере. Можешь жертвовать коня f4. Там конь c3. Маловато. Блин, я боюсь, что он сейчас прибежит вот сюда вот. Обратно. Как мне через... Я боюсь, что у нас фигуры сидят, а потом дадут мат. Да, через c5. Ой, ну ладно, здесь пока еще есть. Здесь пока тоже вроде чуть-чуть. Сейчас у нас фигур не будет. А, ладья... Так, ладья с линии туда хода. Так что ли? А что за ход? Нам бы съесть что-нибудь, ты как ты думаешь? Почему ладью не взял? Не знаю. Помог. Ну шаг нужно давать. Какой? Ладья А3. Чего не понял, Б4? Как хочешь. Ну по-любому этой клетки уже не выжить. Или выжить? Выжить, по-моему. У нас фигур мало. Три фигуры не заматуют? Думаю, нет. Уже две. Уже одна. Ну, задаю шахи и тяну время. Я хочу уже флаг убить. Съешь хоть что-нибудь. А там мат по первой сразу, да? Вот и в курсе. Тебе не стыдно вообще? Вперед! Из песни. Четыре мата, это очень обидно. Гениальная партия. Пять. Антон, да, принял. Просто ужасно. Сейчас мы догоним твоего тезку. Пока на восьмом месте. Уже 11 очков загинаемся лидера. Это вообще талантливо, после 11 минут 11 очков загнуться. При этом ни одной не проиграть. Берсерк. Конечно. Не, сейчас если мы выиграем, у нас пойдет эта серия. Да, нужно побыстрее. Сович очень хороший в этом разновидности шахмат. Бейка, я, да. Нормально. Вот это приятно. Перцем. На мат напали, уже. Мат в один градус. Понятно. Мы в борьбе. В четверке сидишь? Да. Ну хорошо, не 11 опять проигрываем, да? Нормально, нам же надо... А чем там накажут всех ватанные? Ну главное вот держаться сейчас. Ватанные, да, там будет все очень просто. Кстати, предлагаю уже создавать турнир на 14. Ну, 5 минут сделаем паузу между турнирами. Ой. Берсерк выбрать? А он берет берсерк, отлично. D5, наверное, было лучше. Гениально! Шедевр. Так, ну здесь просто покрепче. Выбили. Туда же поставили. Что-то грозит? Так, слон... А, можно здесь забрать. Да, нужно рокировочку срочно. Неприятно. Значит, ферзь висит. Скидывать качество будем? А у белых фигур нет. Не предвидится, да? Пешка висит уже. Ну да, конечно, 5, наверное, можно. Хороший ход. Ну, может, ферзь не ловится? Погоди, у белых нет фигур, давай не перегибать. Ферзь не ловится? Это... Да ферзь поймался после слона 6. А, нет. 4. Ну да, наверное, так наиграть. Там же пешку возьмем еще. Не, он сейчас пожертвует. Ну пожертвуем, да. А так пожертвуем. Ферзем. Да ферзем, ничего страшного.
Так, мне не нравится, у меня у нас все фигуры под боем. Давай их поубираем. Че? Мат в один. Да, тут будет пробивать еще одну щитицу. Так, ну что, во втроечке уже? Да. Идем к успеху. Антон там опять нагоняет страх на всех. А надо как-нибудь разминуться с Антоном в идеале. Чего надо играть? Просто не потерять очки. Так, 14 очков, это маловато вообще. Почему Антон так быстро играет? Классических не будет. Да, классических. Crazy House, атомные и Орда. И Орда. О боже, тихо, не Орда. Так убог там. Не, мы сделаем турнир по Орде полчасика. А после этого нас вас ждет. Что там ждет? Ты не помнишь? Берсерка. После этого ждет конференция. Часовая. За конференция? Я не знаю. Конференция ждет нас. Кони в три. Вот это, мне кажется, не очень хорошо. Он же первый меняет. А, ты прав. На c2 зависло. Так, а что он не берет? Зачем ты берсеркнул? Без понятия. А это кто? Вот этот? Кантон. Кантон, Рома. Он нас уже обыграл в обычной шахматной в пуле. Ну отлично, сейчас 2-0, и мы ставим фигуры слон e3, конь e2 и ладья e1. У нас будет вообще все здорово. Смотри, если он выбьет, если точнее пойдет, слон... Он всегда отдаст. Нет, если пойдет слон e7, то коня надо 6 закидать. Да, видишь. Коня на 6. Не понимаю, почему нового лучше старого, наверное. Если так играть. О, старый, конь так не ходит. Нет, я имею в виду слона. Лучше нет, старого. Лучше было вообще так не играть. Понятно. Так, тут должны уже отпинать. А фигма маловато. Два слона тебе мало, три коня. Бей слона. А коробочка будет, как потом приставать? Конь d6, он побьет, он уже 7 выбьет. Ничего себе смело. Алло? Может под слоном... Да, слон g4. У меня, правда, конь d3 был шах. А, не было. Ладно. Победа, понятно. Мы близки ко второму месту. Слушай, там какой-то вообще есть один. Убийца вообще. Вот он, да, на него тоже не желательно попадать. Ну, нас по-любому соединят в конечном итоге. Не, в идеале вот... Вот с ним. Кстати, Евгений подключился совсем недавно. Да, и уже 3 победы. По поражению. Да, Евгений, турнирный путь похож на наш. Ту разницу, что мы все равно без берсеркой. Мы вообще единственные, кто берсеркой, ты видишь. Кирилл вот еще без берсеркал. Да. Вышел из турнира, ВЛ. А нет, не вышел. Ну где соперник? Судьба многоборья на кону. Даже вот это же рейтинг небольшой, должны соединять. А нас должны как по рейтингу соединять? Ну, в принципе, вот соединяют кто есть, но в идеале подходящих по рейтингу более-менее. Да, Кирилл все-таки вышел из турнира. 4-0. Еще один бублик просто. Чего еще один? Еще один бублик. О, отлично, берсерк. Сейчас, да, тут чувствуют, хотят накинуть, да? Да бей. Пора. Ой, прямую ведь не стоит, кстати. Я прочувствовал.
Ну бей там, да, коня. Может, пешку куда-нибудь вернуть, да? Задумался. Над чем задумался? Промежутки. Надо было... Ну ладно, там тоже ничего. Важнее, все-таки у нас много всего, ну да. Хорошо. Конь нужен. Ну, надо засунуть его некуда, да? Сейчас появится. Да, тут, видимо, мат. Стартый. Ну, почему так, да? Ну, решили так, я не знаю. Мы вышли на первое место! На первое место, понимаешь? Почему да-да? Хороший вопрос. Ну, нормально. Главное просто не отдать Антону очень много, потому что Антон хороший ватом на это же. Не так, как Артём, но тоже хороший. Здание, здание. Ничего не будет, Берсерк? Нет. Я рискну. Ух, цыляк. Раз Салима, я думаю, неплохо в этом дебюте. Все, все, бей вообще, все вообще, все, что там есть. Он не побьет. Туда мы побьем. Вот лучше занеси вот это, то, что ты побьешь. Я знаю, что я побью. Не, побьешь пешку и все. Нет, вот такие. Значит, можно только ответные взятия. Есть такое правило в Блице, в Варди, в Крейзи Хаус, хоть где. Что-то поменялось, да? Да, сейчас короля и забьют просто. Ферзь H5? Что же не ферзь H5? Все будет. Ну и G6, и что, ничего нет. А, мат просто. Красиво. Надо было тебе берсерком сделать. Да, не прочитал снос. Зато у нас стрик, а Антона нет. Чего? У нас стрик, зато у Антона нет. Да. Антон сломал стрик. Так, ну и 28 очков. А, кстати, вышел, да, второе место? Угу. А что это он? Решил ну, ждет, думаю, нас. Ну, ждет нас. О, Евгений Новиков. Кстати, тяжелая партия. Евгений все партии выиграл практически. Он первый. Антону не нравится. Crazy House. На самом деле, мне кажется, интересно. Так. Весело. Немножко тупо. Чуть-чуть. Полчасика вообще самое то. Так. Конь на D5 уже пришел. Сергей Богоевский догоняет. Ого, жертва. А что жертва, кстати? Кем с Евгением будет тяжело. Слон Е2 надо. Рокировка. Пожалуй. Гарри Кимович под каким ником играет? Кирюха Конь F3. Да, от ферзя толку-то вообще никакого. 2-0, может, уже. Да, нам конь нужен на G4. Так а ты коробочки не появишься вообще, ты понимаешь? Вообще тебя? Никак. Как пробивать-то ее? Ну стоп, 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 пешку на D5. А с фигур нет. Ферзь есть. Вот в этот момент у нас нет фигур, понимаешь, в чем беда? Бей. Пешкой. Ему слон не нужен, он его поставить никуда не может. Пешкой. Никит. Типа теперь поля появились. Знаешь, что брать? Ты меня аж ответь. Заубили там кого-то? Наверное. Все по всему сожгли. Блин, так слон d8 очень такой ход все защищающий. Как вообще цеплять короля? Может, не надо его цеплять? У нас лишний ферзь как бы.
За две фигуры. За четыре фигуры. Уже беда, кстати. Сейчас кто-то придет. Не вздумай 2-0 играть. Может просто игнорировать это. Ну, возьмет и ладно. Не возьмет, он звал на Е2 поставит. Да-да-да. Слушай, это получается ферзь за 4 фигуры, да? Немного. Ну а что мы без него? Сейчас вот нам бы пешечку. Может сбросить коня на f6? Ну да, я собираюсь. Хочется это все с шахами делать, но все шаховые поля закрыты. Вообще, Ну вот Евгений сейчас. очень солидно позиционно играет, даже не знал, что так можно в этих шахах. Пешку взять. Нужна эта пешка на d7, просто очень-очень нужна была. Так, ну и все. Сейчас повеселее пойду. Не уверен, но привязываться не к чему. Коней нет, да? Вообще ничего. Шах падал. Шах есть. Гениально. Божественный ход был сейчас. Что я не видел. Слон А3, слон H3, быстрее. Ну тут уже мат был, честно. У нас просто Слон зачет. H3, шах. Нужно, чтобы у него материал тоже заканчивался. Ты решил по старой схеме флаг рубить. О, сейчас ферзь появится. Войдет в бой. А дальше что? Конь тебе никуда не заходит. Ничего. Пока шахи есть. Конь на c6 сейчас пойдет. Наверное, все закончится. И тут для нашего короля все только начинается. Что это за ход? А, нам. Сейчас и забьют. Я давно уже понял, что это не так легко бить. Ну бей, 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 чего боишься? Не боюсь, я думал. Я не отвлекся на секунду. Чего ты не понял? Пешку можно. Отвлекся. В этой игре можно В этой игре не так легко матовать, ты заметил? биться. Ну да. Почему-то. Пешкой. Пешки, пешку, 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 пешку ставь. Да, матовать нелегко. Фигуры и свои, и чужие мешаются. Коня шах. Пешку шах. Шах. Шахи быстрее 5 секунд. Победа Офигенная партия. вообще. Слушай, Но у нас, видимо, гарантия. почему? А уже типа партия не успеет. Не, стоп, он может берсерк Может взять. успеть, может успеть. Берсерк взять может. Ну, все, это не важно. Посмотри, мы или выиграли, или второе задание в самой слабой дисциплине. Орда еще. А так, кстати, я пока создам турнир по Орде. Уже должно быть начало во сколько? 5 минут паузу сделаем между ними. Длительность, пускай будет 30. Время до начала турнира, сколько он должен? Во сколько он должен начаться? Пускай через 10, да? 15:03. Рейтинговая орда создает турнир в 30 минут я сделал. Это 35. Так, а это в чат. Орда — это интересная очень игра. Нет. Вообще не интересно.
Так, нас догнали, но мы уже играем. У нас партия с берсерком висит. Отлично. Нам же нужно заканчивать. Это у него берсерк? У нас обоих берсерк. Ага. Тут мат, наверное, просто будет. Стертый. Ну, просто мат. Да, тут уже не догонят. Это победа. Так, мы можем минуту пообсуждать жизнь. Так, я тебе скинул этот. Как это называется? А, ничего я тебе не скинул. Тебе в чат оно пришло, ты можешь вот по этой ссылке пройти? Я оперы буду открывать опять, потому что нам не по умолчанию скинул. Хочу, я найду этот турнир, не волнуйся, если он открытый. Он открытый, наверное. Как проверить? Ну, проверить на блока создавал. Ну ладно, ничего страшного. Уже три человека есть. Что? Через 8 минут начало. 5 минут есть у нас? Так. До начала. 8.22. Через 8.20. 15.13. Арда, говоришь? Да. King of the Hill? Вот, вот. Нет, да. Это царь горы. Чего я сейчас создал? Создал царь горы? А, нет, Орда 2 плюс 0, все правильно. 2 плюс 0? Ну да, конечно. Я турнир создал на 30 минут. А почему не 2 плюс 0, а не 3 вот, плюс 0? Вот, да, просто здесь. 2 плюс 0 в Орду — это извращение. Нормально, это все то же самое. Уже 5 человек пришло. Так, ждем еще народ. О. Очень большой. 570 пунктов. Так, ну, кстати, Сергей Бугаевский докатил в конце, смотри. Как, немножко не хватило до тройки. А Антону 3-0.